Соляра же тёлка, нормально. Нормальная тёлка, да? Тебе нравится? Ну, слишком большая на мой вкус. Так, высокая. Ожидаются завтрашнего дня нерфы ОКХН. Первого и второго босса. Ну, типа робота и Алара. Что там на роботе нерфить? Я не знаю. Я говорю, ХП. Что ожидается завтра нерф. Двух босса, которые убиваются для более слабой гильдии. Всегда, когда не знают, что нерфить, нерфят хп. Да, нерфят хп. Будет нерф, но снижен, получаем урон, типа, и хпшка. Так, прием сообщений в личку на 5 минут закрыт. Я ушел курить. Можете мне вообще ничего не писать. Хорошо. Так я тебя не завидую. Так что лучше идти завтра убивать по нерфлену, чем идти сегодня. И, блядь, потеть. Ну, мое личное. Как вам? То, что на роботе с взрывом мобов по нерфит урон еще меньше сделает, это точно. Ой, на роботе, на это, на Аларе. Смотришь, уже может и 8 мобов сразу взрывать будем. Да это не завтра, послезавтра, фиг, вот. Сказали завтра. Ну, по крайней мере... Нет, в субботу не завтра. В субботу? Где он что говорил? Что-то я не вижу. Почитай на форуме. Ну, в крепости Бурти. Так что в субботу идем. В крепость Бурти будем уж писать, что ли? Так а где он еще может что-то писать? А, и кстати, это... ждет когда-то в пятницу, то ли в субботу, короче, ждет обновок. Скорее всего, ГХ. Админы уже даже это выложили. Там где-то темка есть на форуме, выложили, что в эти выходные, типа, вас ждет там грандиозное, блять, обновление. Ну вот, я тебе говорю же, это вот сразу с этим обновлением пофиксит ОКХМ. Да. Или не Дизерон, или Гринди это говорил. Как всегда сказал, в субботу, типа... Завтрашним числом. Нет, ожидается нерв. Ну, по крайней мере, мне он в Дискорде сказал. Как оно на самом деле будет? Когда большое обновление завезут, тогда и будет. Все равно, наверное, с ГХшками это не связан. Этот Библ, все не ко мне. Я сегодня это. В Азии все пиши. Я крайний. Ну там Розарии надо это, конника на рогу заходи. Чё я тут уже на холипалом своим притесался? Ну в принципе Розария нужен щит, как я понимаю только. Так я говорю, пускай заходит, а конника на рогу пускай заходит. Захожу на рогу, да? Да. Сейчас. Пегастрик, Клад, ДК, вот тебе на треть, на второго босса на леди танк. Кават с ДКшкой на боссе, пегастый тряж ловит. И все. Если что, Долорус может спекнуться тоже в танк. Да, Долорус может в локи. Протодем. Леша, пусти эрдружкой лут понюхать. Нет. Да, точно. У тебя есть эрдружка, на которой можно лут понюхать. Ну, чисто понюхать только если. Не, ну сказали нет, а чё я буду это? Ну, если ломается. Ну, мы потом с ним обсудим. Фоток нету, медведи. Ломается, как девятиклассница на списке. За фотками в Дискорде в ПМ мне напиши.
У меня фотки подготовлены. Еще и пиши ей. Да, вообще-то, если хочешь фотки, придется написать. Пуляйте. Сумоньте трэш. Пуляйте трэш. У тебя что байер, там? Значит, ты идешь в рейд. Кто из СПДшников... Я только пьяная в Зюзо, и я хил, только хил. Я дамажить не смогу, я рукожопа или же порука. Элбрила выкидывай, меня бери. Элбрил все равно стопудово послакать хочет. Конечно, я не против. Ну вот, не, а мы с Элбрилом уже обсуждали данный вопрос, так что вы начинаете? Окей, Элбрил на отдых. Вот, Элбрил может расслабиться. А я уже расслаблена. Я буду вас, буду подслушивать. А вы в курсе, что до 30 апреля отдыхаем? Ну. Да, послушали речь Путина. Там вообще сказали то, что не во всех регионах будет определяться. Да у нас все закрыто будет. Мне сначала сказали, что будут выходные, потом сказали, что на самом деле в разных регионах разная ситуация, и закончили тем, что вообще-то выходные можем и сократить по ситуации. А нам сказали, все сидите дома, кроме тех, кто работает. Но, естественно, те, кто работают, к примеру, с людьми, те же банковские служащие, они не работают. На АФК, короче. Онлайн ничего есть. Вага, в танке или в ДД? Пока что в танке. Пегастри и Блэккиллер. Ты в ретре. Привет, народ, а кому на замену плюсовать? Можно даже просто в гильдии. А что на замену? Просто в гильдии. А что на замену? Кто там с замены говорит? Да, Мозер. Ну я говорю, что на замену, пусть в рейд. А что, сам-то в рейд не хочешь? О, давай, Мозера в рейд, я пойду. Я руду фармлю. А-а-а, важное занятие, понял, принял. Давай вон на этих слакеров закинем. Булеван, да, процент... зайдешь. Мой процент труды будет вообще? У меня тут еще 400. А еще 70%. Если вы вернете меня обратно на замену, я пойду ловить рыбку и буду вам тупо байера подкидывать. А рыбку запихивать в гильдбанк. Он не рудокоп, он шахтер. Вы давайте активнее за танками, чистым, не стоим. Я помню время, когда я рыбку кидал, там Леха кричал, что я всю рыбку и закидал. Ну вот если отпустите меня на замену, я рыбачий пойду, я просто пьяный и хилить нормально не могу. Ах, эти боты, блин, долбали. Да? Не кто? Говорит, нет, не было такого ничего. А если вы их не проведете, трэш будет выходить по тогда. На пьяную голову говорят, наоборот, рыба клюет. На голову она клюет. А в смысле, что-то карта началось, что ли? Оно уже на середине. Да, началось. Чё опаздываешь? Начали пол девятого. Я стрим смотрю, там кто-то трэш чистит. Вы далеко вперед после этого трэша только не идите.
после ЦОК еще будет этот, как его. Нам еще ОК и РСХМ закрывать, о чем? Да, вы че? Стойте, 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 стойте. Все нормально, пойдем. Еще ЦОК обучку, пойдем зайти. Еще давай, ловушек. Так что не расслабляйтесь, башите. Розарий, ты, кстати, почаще опаздываешь? Да, я торговля с карантином до 30-го. Ловушка заспаунился. Да. Ну, Путин телевизор рассказал, значит, навряд ли прикол. Нет, ловушка — это сидим дома на выходных с сохранением заработной платы. Вот это ловушка. Знаете, Лёха скажет и продолжите флудить. Говорю, пойду машину перегоню пока. Важно, сказал. Важная информация. Можно флудить? Можно флудить? Да. Спасибо. Да, мне очень понравилось, как прошел рейд ЗС. Тихо и спокойно, без слов. Здесь будет то же самое. Будете флудить, я буду начислять. Ну, мам. Почему сапотов нет в ГБ? Я их перекладываю, блять. Как успеваю, ебаный стык. Благоуважаемый Вагаденс, вы у меня отняли звание. Вот теперь сами перекладывайте. Я сколько накуплю, столько и перекладывай. Страдание. Страдай. Это каждый день дело. Еще и получается. Еще такой довольный говорит. Я вообще не против пораскладывать. У меня есть легкая ОКР, раскладывать я вообще. Я тоже сидел на замене расклада. Казум, ты тут? Да. Только кладет уже, кто-то подпиздивает, мне нравится. Ту же секунду, блядь. Это стопудово. Сейчас, если кто-то вытащит сапрот на нетребующего сапрот босса, он огребет ГП. Ну он же впереди потребуется. Когда потребуется, тогда его возьмут. Байера пустите. Давай, запускай. Я пошел. И Ирочку пустите. Как ты перекладываешь, я не вкуриваю, слышишь? Угораю. Ты положи несколько стаков, блядь, по 20. И хуяри их, короче, в этой ячейке. Через shift разделяй. Кирс, ты вместо себя Байера закинул, да? Да-да. Что настоящий? Байер хил вообще-то. Я всегда находил человек, который это сделает за меня. Леша, это основное качество любого руководителя. Так, какой-нибудь. Самому нихуя не делать, искать. Так, хорош флудить. Ну, ман. Нажми на портал, алло, ебать. Все уже нет. Нормально. Ну, Байера суманули ты? Ну ладно, все. Хорошо, уговорили. Кулак. Спасибо. Ну, пока вы пулите, я рыбу покушаю. Пуляем по отчету. Сука.
Ну и что так долго тоже забиваем? Угу. Хуй я на шипе. Видите, ошибка. Параду снимите. Шейку сразу на трихлор вовнутрь пихай. Отошел на 5 минут. Мальчик на топте. Жена, осколок есть? Подлога. Лутер на тебе, развлекайся, наверное. Жужен получил власть, которая не снилась его отцу. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты? Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы? Кирс, там поначисляешь ГПшку пока, релога. Если надо будет. Этим танком сурового протовара или кого-то или хлипкого протовара. Хлипкого кого-то. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует. Чё, потанчить захотел? Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Набрал бы игру на леди, тем скорее выберете иной путь. Ну, коват, значит, не торопись спекаться. Может. Даже не может, ты останешься в ретро. Парада, кто-нибудь поставьте, пожалуйста, где-нибудь в сраке порт куда-нибудь, чтобы Ира вышла отсюда временно. Потому что дальше она на сурка пойдет за печенюшкой. Так, может, лучше возле Инстана выйдет? Останется. А чё стоим? Кого ждём? Может, будем уже пулять трэш? Или чё? Ну да, пуляйте трэш. Чистите комнату. Тингаси, аж три портала. Какие вы молодцы. Долго панелька не появляется, а вот. Ну-ка, сейчас мы потестим, Ребятушки, там мой байер в рейд линканул наруч, они вообще кому-то нужны? Вдруг случайно. Да, Лорус, дай промоут на ханта. Сейчас файт закончится. А этот хант зачем? На кого он? Он много на кого. И на лича в том числе, если дадут. Налича отбой.
Хорошо, тогда, ну вот, например, с кораблей ему нужны наручи и еще какая-то поебота. Если вдруг свободен плащ, ну вряд ли плащ свободен, наручи, скорее всего, да. Вот он линканул их, кольчужные. Наручи-то точно никому не нужны, как и поезд. Ну вот, он хочет наручи с корабликов. Наручи с кораблей, с тухлого панциря, ботфорт из совета, шею с синдры. И с лича он хотел фалика клятву. Он что, гилдбаксом чей-то выманил? Походу, что-то грабанул. Манить после трэша. А у меня дупы есть должны? Да, может, ну, Настя потом свои фотки админам на разбан отошлет. Нормально. Уверен? Ты же не знаешь, как я выгляжу. Вы на каком боссе? Мы на леди. У вас два танка, да, уже? Денежки будут положены. Танков у нас много, можешь просто находиться на замене, если ты будешь нужен, я тебя добавлю в рейд. Просто у меня ТТ слабый, а танк основа. Самоните, как почистить трэш. Точно надо. Точно. А почему на лича точно буду? Нет? Фалик я забираю. А клятву? Если она никому не будет нужна в рейде, я ее тоже заберу. Силен. Хорошо. Ну, как я в курсе, она нужна Монороту. На медведя. Ну да, Монорот, она... Тем более в последнее время он очень часто танчит. Ну, не, без проблем, я просто спрашиваю. Я же не... Просто знать хочу. Я Байруту напишу, что не возьмем вот это все. Ну, народ, тебе какой кусок остался для 4-5 на медведя? Три куска. О, ёпта, началось. Шкаф поставьте, у меня КД. Вага, зря ты меня ты хочешь запустить. Чего? Там всегда одно из двух. Либо я кого-то убиваю, либо меня кто-то. А я тебя не запускал в рейд. Вы сами какие-то перестановки делали, пока я релодился. А. Я убрала Байера и вернула Кирса. Значит, в танках и Пегастри, и Блэккиллер, и Войд. На второй фазе и Пегастри ты остаешься на трэше. Войд с Блэком чередуются. Кулак, лапу. Коват, у тебя кулак апнутый? Ну да. Давай, бафай. А чё слот-то опять пустой? Чё произошло? Кирс сам себя убрал, всё нормально. Ну какой-то байер заходит или чего? Нет. А кто дамажить будет тогда? Кирс, ну тут судьба. Иди-ка ты в рейд. Значит, и Пегастри по всем каске, Коват кулаки. Холипал МП5. Вы вместо того, чтобы на босса смотреть и спрашивать, что сидим, нажали бы на портал, и мы бы человека призвали быстрее.
Короче, на пол. Да у вас тут у всех игры какие-то все. Сами в себя играете. Black Killer. На второй фазе. Так, на первой фазе, значит. Void справа. Пегасри слева. Блэк, ты, если что, тоже справа, и гриппаешь мобы, которые спускаются с лестницы. На второй фазе Пегасри на трэше, а Блэк и Войт чередуются на боссе. Сядь, чего не хватает? На второй фазе вы сами побьете косты или мне? Сиди там тоже с ними. Сядь, ты готов, нет? По отчету пуляем. Зачем Геру сдали? Кто это сделал? Герус Горна, Полина. Своди, Геры. Наверное. Мобов своди. Кто-то шипит, ребят. Перестаньте, пожалуйста. Трэш, бейте активнее. Ну чё, справа будете бить? Тут 4 моба стоит. Перевод. Не убейте, не убейте своих. Вара не бэрить. Пускай лежит. Диспольте? Диспольт будет овцы, нет? Киллер, набираю го. На ДКшнике все на ПВ. Все на ПВ есть еще. Монород Фарада, Женуэн Делору, Мосс и Ягодный Торт. Диспел будет, нет? Не убейте, пожалуйста. Босса из центра уведите. Трэш вообще тоже стоит добить. Диспел. На войду на пыль. Да, но ты уже проебался, уже не надо.
важно. Два царик казнь бьет. А два царика это 30к абсорба. Светишь. О, вагончик. Тихо. Байера моего на кораблике пустите. Я уступлю Байеру твоему. Хорошо. Долорус, дай промоут на пала. Твой Байер это Хант. Банеем. Жена шмот за ГП кто-то брал? Не брал. В смысле, там никому ничего не надо, то что сейчас упало? Все как всегда. За комбат они разрули. Поставьте шкафчик, пожалуйста. Время, деньги, друг. Спасибо, Долор. Все, Спартак на месте.